дайте я пройду. Лазарев, дайте я обниму, наконец-то. Увиделись. Начало сезона, мы же не виделись. Не видеть тебя еще пару сезонов. Да, конечно. Не получится у тебя такое, не получится. Всегда в людях, в команде. Не только то, что происходит на сцене, как бы люди уже знают правила, всем все знакомо, плюс сейчас битва такая титанов, когда люди болели за кого-то, переживали, следили за их творческими достижениями, и сейчас вот они объединяются в большую команду и соревнуются уже между собой как профессионалы. Ну и приятно, что это шоу делают люди, такие же профессионалы, как музыканты, которые сидят сотни, они находятся за кулисами, и они создают ту атмосферу. Здесь вымерено все, как говорится, до миллиметра, потому что это сложное шоу, прежде всего музыкальное. Здесь надо выстраивать очень профессиональный звук, потому что все поют только живым звуком. Надо, чтобы он доходил на все 6 корпусов нашей стены и в то же время совладать с собой эмоционально. Поэтому мне кажется, что этот сезон, он не будет неповторимым, потому что каждый сезон отличается друг от друга. Он отличается по всему, по песням, по тому, как люди выглядят. Кто-то похудел, кто-то поправился, кто-то имидж поменял, кого-то не узнали. Но это жизнь, это интересно, это история, это определенная музыкальная история и канала России, White Media, потому что получился такой грандиозный, интересный проект. Вы постоянно поддерживаете участников, вы такая подушка безопасности для них, добрым словом, каким-то советом, иногда даже денежным призом. Мы все это знаем. Бывало, да. Когда пришлось просто поддержать, все знают широту вашей души. У меня такой вопрос. Вы всех их теперь хорошо знаете. И вы ко всем, каждому из них немножечко прикипели. Это усложняет вам задачу? Волнуетесь ли вы сильнее за них? Я волнуюсь, потому что понимаю, что такое для них конкурс. Конкурс, когда ты уже участвовал, у тебя ускользала победа, и тебе дали опять шанс опять победить. Но единственное, что мне кажется, для них самое главное сейчас, для каждого из них, не победить, как бы, потому что они понимают, что каждый из участников, он очень сильный. Это то же самое, как, например, в какой-то профессиональной деятельности выбирать там лучшего математика или лучшего шахматиста или лучшего врача. Каждый по-своему великолепен и хорош. Mm-hmm. Поэтому здесь, наверное, все-таки торжество музыки, но и здесь настоящая олимпиада, музыкальная олимпиада, в которой просто победит тот, кому суждено все это выдержать и пронести на своих вокальных связках и в творческом проявлении. Так рада, что именно вы у нас специальный гость на премьерном выпуске. Как вам вообще проект «Ну-ка, все вместе»? Проект, конечно, грандиозный, вообще невероятно. Сколько у нас талантливых людей. И когда ты слушаешь артистов, иногда думаешь, господи, почему же мы до сего момента не знали, где же они бродили все это время. И как здорово, что этот проект дает возможность вот такую, чтобы об этих людях узнала вся страна. Вообще натыкаетесь вы где-то в социальных сетях на отрывки потом из проекта? Ну, конечно. И я знаю об успехе этого проекта. И знаю, что очень многие мои знакомые смотрят. И родственники, и болеют, переживают. Ну, правда, получился какой-то народный абсолютно проект. У нас был небольшой перерыв на праздники, после новогодней маски, после всех невероятных проектов White Media. И вот, наконец-то, мы снова все вместе. Вы с радостью возвращаетесь в работу?
Да, честно признаться, долго отдыхать как-то не умею и не очень люблю, потому что, конечно, работа у нас очень эмоциональная. Она как раз связана с взаимодействием с людьми, да, и с обменом энергией. Вот, наверное, лучше этого просто, наверное, придумать невозможно ничего. И когда ты выходишь на сцену, когда зал поет вместе с тобой, и, ну, это совершенно это нельзя ничем заменить, никаким отдыхом на пляже. Мы начинаем новый съемочный сезон, Новый год. И пусть у нас будет много классных проектов с вами, с White Media. Мы очень вам рады всегда. Спасибо большое. Я желаю всегда в White Media побеждать всегда во всем. Потому что у вас действительно один проект лучше другого. И я думаю, что зрители это, конечно же, ценят. Ой, а еще поющие. Господи, счастье! Какое счастье! Спасибо, что вы меня приглашаете теперь периодически в этот проект. Да? А теперь нам нечего говорить. Так, спасибо, да. Валерия! Спасибо огромное вам. Ничего. Все, профессура достанет сейчас свою картотеку и найдет определенные ресурсы для выражения своих эмоций. Сезонах ты сидел в сотне. Я сидел на всех сезонах, кроме второго, если мне память не изменяет. Расскажи мне, пожалуйста, какие ощущения, когда ты уже плюс-минус знаешь, что ожидать от участников? А ты не знаешь, что ожидать от участников, потому что карты путаются постоянно. Песня решает все. Вот для, как было испокон там, веков, наверное, для исполнителя, для музыканта, для, там, неважно, для аккордеониста, пианиста, вокалиста. Репертуар, да. Ты можешь быть семи пядей во лбу супер певцом, и ничего тебе это не даст, если ты выберешь плохую песню. И все. Вот то, что мы с вами наблюдаем на проекте «Ну-ка, все вместе». Во-первых, это, как я всегда говорю, это мой самый любимый проект, то, что он самый честный. Ну, все-таки 100 человек – это очень серьезная переменная, да, это, ну, преодолеть нужно постараться. Тут даже дело не в том, там, кто насколько в чем там разбирается или нет, это просто, как минимум, просто 100 разных, абсолютно разных людей. Ты не можешь их подкупить, договориться, всем заплатить и так далее. Это первое. Ну и второй момент, это, конечно, призовой фонд. Это тоже очень важно для музыкантов, вообще для всех. Ну, ой, боже мой, ну какая ты сегодня, у тебя две близняшки, да? Да. У нас получается сегодня квартет. Сестры Зайцева, к ним подойду, и у тебя близняшки. Ой. Саша, ты пел потрясающе! Браво, браво, браво! Спасибо, спасибо. Почему не все 100? Это разве не 100? Кирпичева разве не 100? София не 100? Да пусть они все сотки будут. Они все. Я реально считаю, что все поют на 100. Я держу такую паузу, потому что не совсем знаю, как сейчас говорить с тобой, как аргументировать вот такую реакцию жюри. То, что это второй раз уже ты попадаешь в такую ситуацию. Почему так? С чем это связано? С тем же ли, что сотня устала, что они, допустим, ну, ждут от тебя еще чего-то большего. Вот в твоем понимании, в чем сейчас была, скажем так, загвоздочка? Что не дало тебе пройти хотя бы за тумбу? Не знаю, честно говоря, обидно и сложно понять, почему. Видимо, мой язык музыкальный не всем понятен, хотя вроде много классных слов сказали по поводу интеллигентности, тонкости, но, возможно, как раз за счет того, что так все тонко, видимо, многим хочется более ярко и жестко, и не все понимают такую музыку. Я видела, ты сейчас разговаривал со своей группой поддержки, да, со своими, да, друзьями. Твоих ощущениям, что не так? Вот они же видели со стороны, они сказали, что все дураки, да?
Но они так нельзя говорить про наши прекрасные сотни, но иногда даже Сережа Лазарев говорит, что должны быть аргументы. А наши голоса то ли все потихоньку устают, там кто-то засыпает, отключается и нажимает, но как-то надо с этим бороться. Это даже не для эфира, это просто по настроению. У нас впереди еще там 5 участников, да, и просто обидно, если мы будем терять классные голоса. Если аргументов нет, то это капризы. А капризы – это неприемлемо, если ты член жюри, правильно? Да, нет, и безусловно, все имеют право на свое мнение, и я уверен, что я не обязан всем нравиться, но, конечно, обидно, что это уже не первый раз такая ситуация, что чуть-чуть не хватает совсем. Да, хотя сегодня, конечно, безумно сильный выпуск, безумно сильные участники. Примерный выпуск. Наших участников, внимание, Надежда умирает последней, потому что они за творчество и за то, чтобы просто дарить свою музыку. Правильно? Да, да. Несмотря на какие-то обиды, недопонимания, они готовы пробовать достучаться снова и снова. Конечно, нет. В любом случае, это новый этап. Мы уже выходим здесь, на самом деле, не как на конкурс. Да. Все выходим просто выступить, подарить какие-то эмоции, подарить чувства, подарить свои мысли какие-то, поделиться светом, любовью, я не знаю. У тебя это получилось. Спасибо. Ты же видел реакцию самых наших заслуженных, именитых членов жюри. Я считаю, что это для тебя должно быть самое ценное. Да, и несмотря на то, что я сегодня безумно волновался, как никогда, наверное, не знаю почему. Потому что сильный выпуск. Да. Правда сильный. Да, да. Хотя вроде позади много всего, много разных проектов, но все равно было очень волнительно. Но я был с собой на сцене, сделал все, как чувствовал, поэтому я в любом случае это было рад классно. Был выступить. Вот тебе друзья наверняка то же самое сказали. Ты выступил превосходно. Спасибо тебе большое за это. Спасибо за твою музыку. Спасибо, что ты идешь своим путем. Не пытаешься упростить, срезать углы как-то и так далее, а идешь своей дорогой, чего мы тебе и желаем. И надеемся на скорейшую встречу. Спасибо. Я тоже взаимно. Спасибо. Не прощаемся. Не прощаемся, да, друзья. Конечно. У нас сейчас в премьерном выпуске будет выступать Митя. В прошлом бэкстейдже он жаловался от тебя. Конкретно Арсений Бородин. Он не встал, к сожалению. Что ты думаешь об этом? Да, ну, я же не могу идти выяснять отношения со всеми, кто не встал. Сень, сюда! Всем доказывать, что я вот да, а они нет. Не встал, Господь с ним. Это нормально. Скажи мне вообще, пожалуйста, бывает же у тебя выходят друзья на площадку? Да, много знакомых. Насколько сложно быть объективным, когда это твои друзья, профессионалы, знакомые, люди, которым изначально ты, казалось бы, должен быть настроен пособишь. Я потому что не играю в эти игры. Я прохожу свой собственный путь в жизни. И я считаю, что все должны проходить свой собственный путь. И если мы будем кому-то там подсуживать или там играть вот в эту какую-то коричневую игру, на нечестную абсолютно. Ну, я вот так не считаю. Просто, когда мне прилетала в течение моей жизни какая-то конструктивная критика, меня воспитали так. Мой педагог, за который я очень благодарен, Людмила Владимировна Сеславинская, мой педагог по вокалу, мой первый педагог по вокалу и главный в жизни. Она сказала мне одну очень мудрую вещь. Она сказала: тебе нужно воспринимать критику спокойно, слушать ее, вычленять зерно в ней, объективное, здравое для себя, проводить какую-то небольшую внутреннюю работу над собой, а вот всю вот эту шелуху, вот, которую вокруг обычно люди там наговаривают, это все вот можно в унитаз. Вот. И я действительно этим руководствуюсь по сегодняшний день, и здесь я не буду... Если обидится человек, ну, значит, обидится. Ну, c'est la vie. Мы тут договорились, что мы авансов не даем, и в этом и вся честность этого конкурса. То есть вышел человек, вот то, с чего мы начали разговор, да, то есть вот он вышел, он спел вот здесь и сейчас. Ни авансом, никакой он там вообще классный, а у него есть, например, социальные сети какие-то, и там он вообще бог, например, и как бы, ну,
ну вот это все нечестно. Здесь и сейчас никаких авансов, кредитов, ипотек и вот этих всех прочих кредитов доверия, так называемых, я считаю, что это нечестно. Я считаю, что если мы играем в игру, ну давайте будем играть честно, тогда, потому что если... Тогда всем будут понятны правила. И тогда всем будет интересно, потому что если игра становится неинтересной, люди не будут ее смотреть. А если люди ее перестают смотреть, значит реклама передается, плохо продается на телеканале. А если реклама продается плохо на телеканале, шоу закрывают. Поэтому, ребята, нам очень важно, чтобы наше шоу было честным, чтобы вы его смотрели и вам оно нравилось. Вот это единственный наш приоритет. Все. Самое честное шоу на нашем телевидении. Да, самое народное и честное. Правда. И полезное. Потому что, как выясняется в течение всех там сезонов «Ну-ка, все вместе», каждый сезон появляются какие-то маленькие бонусы для участников. То какие-то финансовые бонусы дополнительные, то какие-то кто-то кому-то что-то помогает двигаться, кто, значит, какие-то туры музыкальные организовываются. Но это самое главное для артиста – возможность выступать. Поэтому, ребята, вот все, что происходит вокруг проекта и в проекте, это очень здорово. Спасибо всем, кто вам, продакшену White Media и каналу «Россия», за то, что он это показывает. Вот это была действительно битва титанов. И вы вызвали совершенно разные эмоции. Вот действительно сложность проекта, что ну как сравнивать настолько разные проявления? Как? Ну вот в этом весь и прикол этого проекта, в этом вся и соль, в этом вся и суть. Гребать, как Арсений Бородин в прошлый раз. Я с ним сегодня разговаривала, и он сказал, что ну, я честно буду сейчас вот честно судить, я просто очень объективный, я стараюсь, несмотря на то, что у меня есть личные какие-то привязанности и какая-то вот уже личные отношения, несмотря на это, стараюсь быть объективным. И сегодня он встал, естественно, как иначе. Ну, молодец. Сегодня никаких претензий. Сегодня вообще без вопросов. Как ты сам? Да, сложно было. Песня, она, ну, блин, какая-то вот есть в ней какие-то триггерные слова или в тексте, или что-то, что меня заставляет эмоционировать. И там вот как только заходит речь про дочь, я сразу... Это вот поэтому все вот это вот, это так и получилось. Это самое настоящее, ну, да? Не специально было. Все там понятно. Реально где-то перекрыл меня в какой-то момент, и я там держался до последнего, чтобы вообще... хоть песню до конца допеть. Но это был веселый опыт. Я никогда за такие песни не брался. И это было, ну, по крайней мере, интересно. И мне как... очень понравилось, как сказали, что это было настоящее признание в любви твоей семье. И на самом деле это ведь важнее, чем вообще все вот это вот, все на свете. Правда же? Ну, да. В любом случае мы здесь все для того, чтобы создать какой-то задел хорошей музыки для наших детей, которые подрастут и будут это слушать и гордиться, наверное. По крайней мере, мы им будем прикладывать всяческие усилия, чтобы они гордились. Все ради того, чтобы нашим детям было что послушать. Обязательно увидимся. Всех обнимаю, целую. Смотрите каждый выпуск суперсезона. Шоу «Ну-ка, все вместе». Он достоин внимания, правда, этот сезон? Ну, судя по первой передаче, это будет великолепно. Смотрите, «Ну-ка, все вместе», суперсезон, где такие талантливые вокалисты просто еще раз доказывают свою уникальность и право быть лучшими вокалистами в этой стране. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И спасибо, пожалуйста, что дали сотни. Вот этот пожалуйста, вот, спасибо. Еще раз. Глоток свежего воздуха. Я в курсе, тише. Спасибо большое. Ах ты какая, сейчас... It's all, all. Rather we put in the ladder.
been a part of before. Joe, she was so good, she's driven on road, get a ride in the internet, a curd. Batman, Robin, and Bambin Park, and Queen, Nicky, Domin, and Brahmin, and Gay. Что это нельзя назвать ни в коем случае проигрышем, потому что в целом этот суперсезон, как показывает этот первый премьерный выпуск, это скорее просто ярмарка талантов. Я даже не знаю, как это назвать, потому что, ну, действительно, ну, так это все было красиво, филигранно, ты такая молодец. Спасибо большое. Как ты это осилила вообще? Если честно, я вообще думала, что я не спою эту песню до последнего, потому что я реально задыхалась. Я не могла это петь, просто я... Как ты это сделала? Потому что, видишь, не только у тебя возник этот вопрос, а все сотни, где ты берешь воздух? Ну, я просто очень долго тренировалась, как-то фокусировалась на дыхании на своем. Вот. Я еще и заболела до этого, и у меня неделя просто выпала из жизни, я не готовилась. Скажи, как тебя сейчас назвали педагоги? Сказали, зверюга. Зверюга, да, зверюга. Ну ты зверюга. Я считаю, это отлично сейчас. Как ты погоняла? Погоняла. Мне слышно. Он очень крутой. Для меня это какая-то такая честь. Мне так самооценка возросла. Думаю, значит, я реально хорошо пою. Очень крутая, очень красивая, очень талантливая. Спасибо. И очень крутая. На самом деле, ты знаешь, вот актерам говорят, что... извини, Дим, Митя, I'm sorry. Говорят, что заставить человека плакать легче, чем заставить человека радоваться. То есть у вас на таких полярных эмоциях были построены песни. Мы с Митей это обсуждали, на самом деле. Просто из слез, которые были очень уже, поднять их снова и вот качнуть их так, как ты это сделала, ты можешь действительно собой очень сильно гордиться. Очень. Спасибо. Классное выступление. Спасибо тебе, что ты с нами в суперфинале. Настоящее украшение. Я уверена, что мы еще не раз увидимся. Спасибо, я тоже надеюсь. Спасибо. Очень. Смотрите, какая красавица. Как это вообще происходит? Где там раздают вот это все? Вот, чтобы вот так это все было. Это мои родители. Родителям большой привет. Большой да. Привет, низкий привет, поклон. Привет, мама, папа. Такая у вас конфетка. Финалистка тоже классная. Да. Вы вообще, вы такие у нас. Это очень сложно. Вот пока ты здесь стоишь, я хочу сказать, что это очень сложно. Вот когда участники, к которым мы все прикипели, которых мы очень любим, их снова сравнивать. Это очень сложно. Мы это страдаем. Поэтому и расставаться нам в миллион раз сложнее, чем в обычные сезоны. Так что до новых встреч. Мы не расстаемся. До новых встреч. Почисть чуть-чуть мелизму. Все. Да. Почисть мелизму. Чуть-чуть. Все будет хорошо. И не пытайся спеть все сразу. Вот все в один момент. Это самый главный совет, который мне на голосе Тина сказал. Тина Карл, я была в третьем голосе. И она мне сказала самый главный совет. Не пытайся спеть все сразу. Дай чуть-чуть людям зазор для фантазии. А ты вот прям все сразу выдала, и все. Они уже второй раз слушают, они уже не удивляются, понимаешь? Ничего. Это вообще классный опыт. Это очень доброе шоу. Тебе очень повезло. Давай. И тебе, моя хорошая. Да? Спасибо. Короче, в темноте скажу вам одно, друзья. Просто взяли, выключили свет во всем павильоне, ибо, так вообще говорят сейчас в современном мире, ибо. Ибо. Спасибо большое, до встречи. Ибо ночь. Уже следующий день начался. Так что встретимся в следующем выпуске.